Всем привет! Ты можешь тоже поздороваться. Всем привет! Пробую начинать записывать уроки. Посмотрим, что из этого выльется. Это Петя. Учится в 3-м классе. Сейчас будет играть гамму ре минор. И попробуем поработать. Да? Так, давай по одной. Подожди, подожди. Ой, а да, у нас ре минор, да, поэтому фа полутон. Так, от колодочки. Угу. Два, три, четыре. И вот сейчас большой не спит. Переиграй, пожалуйста, ведь фа то бекар у нас. А. А можно от ре прям? Да. Не спеши. Четыре. Два, три, четыре. Без. Не так далеко, кстати. Вот. Вот под таким углом. Два. Далековато ставишь, не так, да? Вот, три, четыре, си. И вот, вот. По очереди, слишком. А давай еще раз соль. Тон. Перестал до колодки говорить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, хорошо, значит, постарайся, пожалуйста. Вот у нас переход, который вот с до диеза на ре. Да, вот первый, кто у нас делает движение в переходе? Большой палец. Вот постарайся, что второй у нас взлетает, как вертолет, а первый находит свое место. Да? Так. Вот попробуем в разные смычки сыграть. До диез. До. А. Да, только у нас получается переход в новый смычок. Да? Сейчас. Вот слышу вот это маленькое искажение. Успел услышать? И вот смотри, большой палец, вот он уже... Но ты только хитер, сначала играй. А смычок поменять... Да, сейчас. И вот... Лучше, лучше, еще раз. Так, а теперь смотри, от ре нам надо, от первого пальца, на до бекар. Что у нас получается в этом переходе? Вот она. А скажи словами, вот как ты понимаешь, представляешь, когда вниз скользишь с нижнего пальца на вышестоящий. Мы как скользим? На каком пальце? На первом. На первом, то есть на том же, на старом пальце? До си. Да, до си. Ну, как бы там бемоль, да, у нас при ключе. Да. Мы си бемоль играем или нет? Нет. Нет. То есть, это легкое прикосновение остается. То есть, вот так вот должно быть слышно, но тихо. Как флажолет. Как флажолет, да. Да? Получается, во время скольжения отпускаем нажим. Да, а сверху второй должен стукнуть, да? Ага, осторожно. Давай в разные стороны. И переход в... Сейчас. Ой. Да,
смычком не толкай. Посмотри, вот старый смычок. Так. А подольше, подольше подержи. Раз, и два, и... И в новый смычок. И да, и меняй смычок. Ага. Еще раз, еще раз. Так. Да, дальше не нужно. И вот теперь можно еще раз от до диеза наверх. До диез. До диез, наверх, до диез. Так, хорошо. Успей доехать до первой позиции, да? От ре. Ре. До. И си бемоль, там си бемоль ниже. Ага. Ага. Давай еще разочек. Понятно, то, что наверх у нас вытесняет первый, да? Наоборот. А, наоборот, там нет, там не вытеснение. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, хорошо. Так, это так. И вот эти вот штучки, это подгрифник, пустая коробка, струны вот туда в конверт вложил. Какие? Те, которые были? Да, старые струны. А мало ли порвется там хотя бы это. Унесете? Вообще это не унесет. Ага. Рухлить. Все равно ремонтировать. Ладно. Извини, Петя. Гамма ре-минор пока. А этюд 29-й, 30-й, пока еще ничего не выбрали. Понятно. У нас стадия поиска. В стадии поиска. Ищите быстрее. Угу. Так, ну пожалуйста, давай от тоники еще раз целиком гамму, да? И попробуем. От ре струны, да? Сначала. Не спеши, не спеши. Что здесь зрители, да. 4, 2, 3, 4, 2, 3. Сверху пальчики. Так. Да, только смотри, он прям такой ленивый, да? Все-таки получилось мяуканье. Да, только новый смычок. Да, только смычком не толкай. Правильно, правильно, только смычком не толкай. Давай еще раз додис. Додис. Лучше. Так. И фа. Да, все пальцы нужно было поднять. Не спеши. Далековато сейчас будет. До. Слушай, слушай. Выше, выше. Первый уже не нужен, первый уже не нужен. Полутон. Не спеши. Хорошо. Сигнал, сигнал, сигнал. А палец. Все свободны, все свободны. Да, смешок тоже. Вот, да, вот таким вот образом. Ага. Хорошо. Да. Так, кисть мы здесь не пристанем. Обязательно проверяй, чтобы вот на плече у тебя вот. Ага. Да. Давай теперь вспомним с тобой арпеджио. Что это такое у нас вообще? Ну, это тоническое трезвучие. Ну да, и у нас ходит тоническое трезвучие. А как своими словами скажешь? Вот, что такое, во-первых, ну давай, гамма, что это такое? Звукоряд от тоники до тоники. Так, а звуки как у нас следуют? А, по порядку. По порядку, без пропусков, постепенно. Да. Так, а арпеджио как ты скажешь, вот, доступно, вот, первокласснику, как бы ты сказал? Не, просто пьяно. Звукоряд.
Ну да, ну то есть... Ну то есть через одну или две тоны, нет. Ступени. Ступени, да? Не ноты, здесь бывает, что можно наткнуться. На ступени. И у нас бывает либо через одну, да, либо через две ступени, да? А бывает, что через три? Нет. И скажи, пожалуйста, на каких ступенях строятся наши вот трезвучия, вот эти вот? Первая, третья, пятая, первая, третья, шестая и первая, четвертая, шестая. А теперь нотами давай назовем. Ре. Ля. Так. Ре, фа, си. Замечательно. И ре, ля. Ой, соль. Си. Замечательно. Так, и поскольку гамма двухоктавная, это нужно будет сыграть в двух октавах. В двух октавах. Занимался дома? Да. Так, ну давай проверим. По одной ноте со счетом до трех. Какая у тебя привычка появилась, где-то середина смычка. Всегда мы от колодочки начинаем. Так, мизинчик. И вот. Ага. Пожалуйста. Два. Три. Ага. А, переиграй. Уверенно так поставил по диез. Вот уверенно теперь обычную фа. Нолик, открытая. Неплохо, только как будешь играть потом вторую октаву? Помнишь, во время звучания открытой струны, вот тяни ля. Декар. Малая терция. Какая нота? Да, давай-ка вот остановимся. Пока тянешь ля. Рука сама идет. Да? Какая дальше терция? Ре и фа. Ма. Лая. Первый палец переступает на ля. И тоника ре. Давай еще раз снизу. Два. Три. Да, только не хватает, да? А то как блоки скачут по грифу. Спокойно, рука уже перемещается. Поздновато. Вот давай-ка вот еще раз. Ля, прям ля. Два. Да, только точно. Почти ре диез. Ну-ка. Ля, два, три. Хорошо. Не сгибаются пальцы. Переступает. Нет. Вот тебя переполз. Подожди, вот после фа. Вот смотри, у тебя стояло ре и фа. Первый поднять. Не спеши. Два, три, ля. Выше капельку. Фа. По тем же самым ступеням. Фа. Как забрался, так и спустился. Чуть выше. Поднял. Сначала поднял. Давай ре сыграем еще раз, переиграем. И вот, внимание, подняли палец, а во время открытой струны фа, ре, да. А ты занимался вот этим переходом, который с третьего на первый через открытую струну? Да. Чтобы вот хорошо первое арпеджио получалось, да? Покажи, как ты это играл. Даже в первой позиции, не спеши. А чуть поспокойнее. Только смотри, вот ты слышишь то, что вдруг фальшиво. Постарайся все-таки вот под таким углом ставить палец. Вот. Изобри. Вот хорошо у тебя стоит первый, а второй к нему, чтобы не слипался. Вдруг трель будет или еще что-то. Вот. А что такое трель? Это быстрое чередование соседней ноты, да? Да? Так, хорошо. Второе трезвучие. Там ты назвал ноты? Ре, фа,
Значит, давай начнем. И там у нас переход какого типа, помнишь? Вот такого. Да, когда мы скользим на одном и том же пальце. Так, кисть. Так. Два. Три. Порожек. Ага. Еще капельку повыше, капельку, капельку. Ага. Да. Чик. Посмотри, вот если посадишь под правильным углом, будет чисто. Вот. И большая терция. Два. По тем же самым ступеням сейчас спускаемся. Два. Три. Второй уже не нужен вообще. Два. Старый смычок в старый. Да. Да, вот. Переход в старый смычок. Си. Только не толкай. Ага. Давай, это вверх было. Угу. Два, три. Си. Фа по музыке. И сразу ре соль си. Два, три. Бемоль, бемоль пониже, бемоль пониже. Давай еще раз. Да, конечно. Третья, да, играем? Третья, третья. Соль. Два. Первый. Молодец, хорошо, сейчас кварта. Да, уж пальцы сам вставь. Кварта у нас ре соль. Да. Так, бемоль. Как ни странно, бемольчик повыше. Си, бемоль, два. Два, три. Бемоль, 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 не доехал. Ага. Только, то есть, смотри, да, вот смотри, ты вот немножко локоть назад уводишь, да, вот. Постарайся, да, вот, вот. Вот. Ага. И тогда смычок ровно будет. Ага. У тебя какая-то привычка чуть-чуть вот так вот толкаться, как в автобусе, да, или в троллейбусе. Хорошо, так, опусти скрипку, чуть-чуть передохни. Но в целом, переходы нужно побольше на них уделить время, да? Каждый день занимаешься? Ну, сегодня я не занимался. Ну, а вообще, вот постарайся, даже 15 минут будет достаточно пройти вот эти, да, у нас 3 перехода всего, да, вот. А делаю вот это упражнение, которое с подменой пальца. Нет, я забыл. Да, вот давай вот попробуем, вот. Да, только давай по два легата. Принцип, ты его понял, только смотри. Переход, это что такое вот у нас? Что такое вообще переход или смена позиции? Как ты это скажешь своими словами? То есть вот палец стоял на вот ноте си, а встал на ноту до. И большой палец тоже съехал. Ну, переместился. Так, а еще как можно сказать? А переход, как можно сказать одним словом, что это вот, что у нас делает палец-то вот по струне? Ходит. Ну, ходит это когда вот так вот. Ну, а скользит. Это скользит. То есть переход это обязательно скольжение. И постарайся, вот сейчас ты когда поменял третий палец, с четвертого на третий, ты все-таки пальцем проелозил. А нужно, чтобы у тебя переехала вся рука вместе вот, да, с большим пальцем. Давай по два легата. Не выше, не выше. Так. Вот первая позиция, да. Да, только, пожалуйста, вот ты когда играешь, постарайся, чтобы у тебя пальцы слишком вот гнутся в разные стороны и иногда подворачиваются вот куда-то сюда. Вот так вот, да, вот.
Вот под таким вот углом. Угу. Так, поехали от четвертого. А давай, подожди. Только на четвертом? Только на четвертом. Да, хорошо, так, это, наверное, потом пройдем, да, потому что это достаточно сложный процесс. Вот постарайся, потому что в гамме у тебя как раз вот этот тип перехода, да, когда первый вытесняет. Да. Да, 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 только смотри, вот когда у нас второй взлетает, первый все-таки заранее сильно не прижимай, а иначе смотри, что будет. Да! Вот эта глиссада, она недопустима. Все-таки... А когда уже успел, да, понял, что в третьей позиции оказался, тогда прижимаю ноту, ладно? Вот, и последи, чтобы у тебя не получилось, да? Да, ни в коем случае, чтобы никакого ми, потому что нам же нужно сыграть до и ре. Да? А то получится еще и ми какая-то. Вот таким вот образом. Вот! Так, а вот давай назад потренируйся. Здесь, подожди, озвучь, как этого словами ре мысленно доезжаем до си, его не играем, да? Да, но... Но ставим до. Да. Ага. О, хорошо. Ага. Там ты хочешь до бикар, да? Так, а до диез. Ага. До. Да, хорошо, хорошо. Так, теперь я опусти скрипочку. Давай с тобой передохнем, посмотрим, вообще мы. Запись-то идет у нас. А запись идет. И смотри, в 20 минут уложились, смогли сыграть гамму. Но это по одной, да? И. Арпеджио. Давай-ка вот работай, да? И если мы успеем, может быть, еще в конце урока пройдем и легато, и вспомним еще какие-нибудь штрихи, да, потому что у нас грядет технический зачет. Так, скажи, пожалуйста, 29-й этюд. Знаешь ли ты его наизусть? Нет. Нет. А почему? Потому что я его не выучил. Да, ну, не учил, просто, да? Не учил. Зато честно, зато честно. То есть вообще не занимался. А как я, у нас? Я занимался, но я его не учил. Я его играл, но не учил. А, так в голове, наверное, что-то у нас осталось. Да? Ну ты его целиком же прошел. Ну да. Да. Тем более мы его и на прошлом уроке. Так, ну давай попробуем. Я попробую тебя не останавливать. Если вдруг останавливаю, значит что-то уже пошло криминальное. Так. Ага. Да, и сразу. Скажи, пожалуйста, вот там у нас есть какие-то слова попутные к этому этюду. Пожелания. Сколько раз играл дома? Ну, раза два, наверное. Раза два. Ну, слушай, значит, в первую очередь нужно смотреть, какая цель этого этюда, да? Что мы должны соединять кистью, да? Плавным движением. Я помню просто, что-то про смычок было и что-то про между двумя нотами. Да, так, и еще такой момент. Я его специально тебе дал в какой части смычка? В нижней. Точно? Верхний? Нет. Значит, не помнишь. Петя, очень мы тебе... Мы говорили в какой? Ты говорил. У нас как раз тут два контрастных этюда. 29-й на одну половину, а 30-й у нас, как прям называется? Мартле. Мартле. Если у нас мартле, это вот этюд будет на верхнюю половину, значит, предыдущий этюд будет на нижнюю половину. Да, и как раз кистью мы будем вот менять смешок. Да.
спеши только до. Да, и вот здесь смотри, если этот этюд на смену струн, там у тебя прям нолик нарисован. Постарайся поставить палец. Очень полезно будет для твоих пальцев, которые вот у тебя гнутся в разные стороны, поставить округло третий палец. Да. Да, вот попробуй. Прям этот такт. Ага. Соля. Только не на ноготь ни в коем случае. Чистая, да? Да, да, чисто звучит. Так. Остальные пальцы вообще не нужны. Вот можно попросить тебя еще раз сначала, потерял часть смычка, да, уже вот уходил в конец. Да, Петя, Петя, руки тебя выдают, да, вот, поэтому постарайся все-таки дома найти время, чтобы позаниматься, потому что в руках этого этюда нету, в руках нету. Ну, пожалуйста. До, ре, ми,
Да, ну здесь смотри, мы написали вариант. Да, тогда сыграй целиком последний такт. Да? Да, ловко попал как снайпер. Постарайся, вот, чтобы у тебя флажолет. Это у нас переход какой? А тот же самый, первый, да? Когда мы скользим на одном и том же пальце. Чтобы флажолет у тебя возник в новом смычке. Что удобно. Флажолет же этому струну, когда не едва прикасаемся. И переход нам как раз этому способствует. Да, можно еще разочек. Да, у тебя там четвертый палец прям застревает. Прям гутоперчивый, да? Вот постарайся. Молоточком таким. Ага. Ну там только восьмушки не притягивай. Да, Петя, постарайся все-таки наизусть это как-то освоить. Давай мы сейчас будем с листа прочитаем на штрих мартле, потому что я уверен, что ты его дома все-таки не играл. Играл! Да. Играл. Так, ну тогда все равно на этом давай включение пока закончим. Вот такой вот у нас урок с Петей. Нам, наверное, будем встречаться, может быть, не каждый урок. Посмотрим, как это все у нас пойдет. Много полезного можно потом будет, когда ты будешь пересматривать, увидишь, как у тебя и рука, да, вот обязательно следить. Ну, короче говоря, работаем.